Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Это видео снял чисто спонтанно, так как пошли вопросы от подписчиков, ну и спрашивают, какие отличия между фирмами Мэнк и фирмой Тигр Модул. Ну, чтобы не объяснять и не показывать над словами, я снял видео, чтобы показать, насколько они похожи, ну и чем отличаются. Перед вами сейчас стоит три корпуса. Слева Tiger Model. Корпус одинаковый, что у Т-90МС, что у Терминатора 2. Это корпус Т-72. Ну, точно такой же корпус фирма Мэнк выпускает для Т-90. Так как все знают, что он сделан на базе Т-72. И правый корпус – это Терминатор 1 от фирмы Мэнк. Здесь практически видно, что они одинаковые. Размеры у них тоже совпадают. Только Tiger Model делает сразу верхнюю часть с надгусеничными полками, на которых установлены баки и ящики ZIP. А фирма Мэнк делает такие полочки, на которые уже потом это вы сами все устанавливаете. Например, как на Т-72 и как на Терминаторе. Фирма Tiger Model немного моделистам своим решением облегчила задачу сборки. Снимем верхние части, составим вместе ванны. Конечно, есть небольшие изменения между Tiger Model и Мэнгом, но практически они очень сильно похожи. Катки можно ставить от Мэнга на Tiger Model, от Tiger Model на Мэнг. Ну, может, немножко качество катков, конечно, лучше у Tiger Model. Ну, хотя это опять же на любителя. Снизу ванны одинаковые, только на Терминаторе 1 здесь еще выполнен люк. А Т-90 и Т-72 Терминатор 2 полностью похожи. Здесь немного по-другому. Наверное, это делается больше для того, чтобы фирмы не могли обвинить друг друга в плагиате. Ну, теперь рассмотрим катки. Это катки фирмы Мэнк. Отличаются только пластиком. Обозначение Е. И как видно, выпускаются они для ТС-006. 2012 год. То есть выпускались они для Т-90. И сейчас на старых формах льются. Ну и сравним катки теперь с Tiger Model. Немножко есть
может быть, небольшие отличия, но они одинаковы практически. Только собираются по-разному. Здесь два отверстия и два шпенька. А на Tiger Model одно отверстие и одна под шпенек. Но они взаимозаменяемы. Фирма Мэнк дает очень хороший трафарет для покраски катков. Ну, этот трафарет подходит под катки Tiger Model. Вот. Фирма Мэнк. Даже удивительно, почему Tiger Model не вкладывает такой трафарет только под своим брендом. Ну и катки от Терминатора. Очень удобно с его помощью красить катки, не заливая краской, не задувая при этом бандажи резиновые. Теперь рассмотрим траки. Вот это Tiger Model. Как видите, к каждому траку подходит 4 питателя. Немножко займет больше времени при обработке траков и сборке. И вот траки Мэнк. Каждому траку подходит по 2 питателя. Это нам уже упрощает задачу. Но, как видите, все сделано практически идентично друг другу. И боковые втулочки. По 4 штуки это Tiger Model. И по 5 штук это Мэнк. Ну и посмотрим надгусеничные полки. Вот. Сверху корпус, верхняя часть корпуса Tiger Model. Снизу Т-72Б1. Но на Т-90-х, на Т-72Б3 они похожи. Точнее, не похожи, а одинаково. Фирма Мэнк нам предлагает их самим установить на модели. Tiger Model здесь нам облегчает жизнь. Вот, друзья, на этом буду заканчивать данное сравнение моделей. Как видите, качество у двух фирм на высоте практически одинаково. Ничего плохого не могу сказать ни про ту, ни про другую фирму. Все очень хорошо собирается без проблем. Так что, друзья, с уверенностью могу порекомендовать вам эти фирмы. Ну, фирма Tiger Model в свои наборы вложит побольше травла, дает точеные стволы, на Т-90МС точеные тучи в наборе идут.
Ну, у фирмы Мэнг этого нету. Ну и ценовая категория данных наборов тоже немного отличается. Все, друзья, спасибо за просмотр, спасибо за поддержку, что комментируете, пишите комментарии, ставите лайки. За все вам огромное спасибо, всех благ вам и вашим близким, друзья.